В июле этого года мы делали прививки экспериментальные, как я говорил, потому что это сильный эксперимент. И я хотел бы показать его сейчас. Что получилось? Сегодня 21 октября, и эти прививки я укрыл под агроволокно. Борюсь за их выживание. Сейчас открою и посмотрим, что получилось. В чем заключался эксперимент? В первой декаде июля я решил освоить прививку в боковой зарез. В связи с тем, что привоев черных не было, я сделал зеленый привой в черный подвой. И решил посмотреть, какой процент приживаемости. Было сделано 4 прививки, из 4 прививок пошли 3. То есть первый результат эксперимента оправдался. Вызреет или не вызреет? Есть основания, что она дозреет. Вот она уже покоричневела, и побег один покоричневел, и второй. То есть надеюсь, что она пойдет. Вызревание побега пошло вот до сюда, а сам привой только-только начал коричневеть. Здесь еще зеленый. Вызреет или не вызреет? Под вопросом. И третий. И привой пока зеленый, только начал коричневеть. И побег. Я, конечно, никого не агитирую делать такие эксперименты. Это так, для интереса делается. Получится или нет. До скорой встречи.